Друзья, ну а сегодня играем в лотерею «Три семерки». Всех приветствую на канале Технобар Плюс, желаю удачи и везения. Игра «Три семерки» стоимостью 50 рублей частенько дает выигрыши, друзья, скажем так. Почему? Потому что, ну, наверное, здесь призовой фонд 60% – это реальный призовой фонд. Сложно попасть в эти 40%, но, тем не менее, частенько выигрыши здесь идут. Минимальный приз здесь 50 рублей за билетик, максимальный 1 миллион. Ну, либо без выигрыша, друзья. Но я надеюсь, что хотя бы будет один сегодня выигрыш какой-то интересный. Посмотрим, что из этого получится. Друзья, перед началом прошу вас подписаться, как всегда, по традиции, на канал Технобар Плюс, прожать лайк данному видео. Давайте будем смотреть видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса, друзья. Кстати, здесь защитное покрытие довольно-таки хорошее и лучше, я скажу, чем у билетика за 100 рублей. Напомню, есть еще старший брат, который стоит 100 рублей, этот билетик «Три семерки». В данном случае билет, я так смотрю, что без выигрыша, по горизонтали не совпало, по диагонали также не совпало, ну и по вертикали, соответственно, не совпало. Окей, первый билет без выигрыша, смотрим дальше. Так, тут нет ничего. Так. И, к сожалению, второй билетик тоже без выигрыша. Но бывает и такое, друзья, что и без выигрыша. Вот в данной лотереи билеты могут быть. И такое бывает. Значит, просто сегодня, наверное, не мой день. А может и мой. Посмотрим, покажет последний билет, друзья. А по диагонали не совпало ничего. По горизонтали, как видите. Также и по вертикали тоже ничего. Вот как-то так. Второй билет без выигрыша. Так. Ну, хотя бы один билет на 50 рублей с выигрышем тут наконец-то пришел. Вот. Видите, да? Полтинничек есть, потому что три семерки совпало. Ну, вот как-то так, друзья. Сегодня у нас видео вот такое, вот 150 потратил, 50 вернул, но тем не менее, я не отчаиваюсь, потратил немного, в принципе, еще и верну, довольно-таки неплохо. Друзья, напишите, что вы думаете по поводу этой игры сегодняшней в комментариях, подписываемся на канал Технобар Плюс, всех обнял.